Прадедушку звали Ларионов Павлин Алексеевич. Он родился и жил в деревне Жоковская Вельготского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 17 лет. Он служил рядовым солдатом, защищал Заполярье. Когда война закончилась, он снова вернулся в свою деревню и женился на девушке из соседней деревни Шаманиха. Это была моя прабабушка Сима. Работал сначала прадед шофером, потом кузнецом. В деревне Жуковская до сих пор стоит и водная кузница, где трудился прадед Павлин. Наша семья бережно хранит его военный билет и награды за оборону советского Заполярья и за победу над Германией. Мой прадедушка Новиков Александр Петрович в июне 1940 года был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Ровно год прослужил Александр Петрович под мирным небом. 22 июня 1941 года застала его война на Балтийском море, недалеко от острова Ханка. За время войны он не получил ни одного ранения, но ужасы войны были на его памяти всю жизнь. На его глазах подорвался на мине теплоход «Сталин», на котором находилось 4000 человек, и среди них его лучшие друзья. Всю войну прослужил Александр Петрович в зенитных частях противовоздушной обороны, участвовал в обороне Ленинграда, перенес всю блокаду, освобождал Кёнигсберг в Пруссии, защищал советское побережье Балтийского моря. Демобилизовался в 1946 году, имеет награды: орден Красной Звезды, медаль за оборону Ленинграда, за взятие Кёнигсберга и другие.